Простите. Вы находились, не вы, вы находились без маски в магазине, когда введен был масочный режим. Он и сейчас действует. На основании чего введен масочный режим? Постановление правительства мне предоставили в магазине, подписанное должным образом с печатью и подписью соответствующего ГОСТовского образца. Нет. А что в протоколе? А сейчас что вы составляете? А я считаю, что я ничего не нарушила. Я ничего не нарушала. И протокол составляется на месте. Ответьте. Ответьте. Сейчас, сейчас на каком основании вы составляете протокол? Я сейчас по факту что-то нарушаю, чтобы составить протокол о нарушении. А какие могут быть ко мне претензии? Я ничего подписывать не буду. Вот сейчас, на данный момент, я ничего подписывать не буду. А действия вас полицию вызвала Ирина. Действия по ее заявлению какие произведены? По ее заявлению о нарушении. Не было ничего нарушено. Ничего не было. Введен масочный режим, согласно которому на общественных местах должны находиться в масках. Ссылайтесь на федеральный закон. На какой федеральный закон вы ссылаетесь? Говоря о так называемом... Сейчас. Что такое масочный режим? Постановление правительства. Это не федеральный закон. Это же не федеральный закон. Да, все. Вы нам скажите, на основании какого федерального закона вы ведете толки о... Это постановление правительства 14 мая о введении, был введен 17 марта режим повышенной готовности. Режим повышенной готовности, да, хорошо. Дальше которому... Масочный режим рекомендательный характер носит? Нет. Как нет? Вы почитайте внимательно постановление. В общественных местах. Постановление. Где постановление? Давайте по порядку. Вы, по факту. Вы ссылаетесь на какое-то постановление. Где оно? Оно у вас есть? Посмотрите в интернете. Постановление правительства. Нет, оно не в свободном доступе. Оно должно быть на письменном носителе. Оно должно быть на бумажном носителе. На бумажном носителе должно быть. Носитель подписан соответствующим образом, оформлен. Вы ждете? Мы-то не ждем. Где это? На что вы ссылаетесь? Постановление правительства. Где оно есть? Ну так его по факту нет. Подожди. Какой магазин показывает? Покажите документ. Вы будете ссылаться? Нет. Мне показали бумагу, на котором инструкция, извините, для работников магазина. И постановление вот не на формате А4, а на формате половины А4, без подписи и печати нашего мэра, нашего, вернее, губернатора, извините. Постановление в свободном доступе. Что вы имеете в виду? Подождите, если у меня нет свободного доступа в интернет, и я не знаю об этом постановлении, то что? Вы же о нем знали? То что? Вы же о нем знаете? Подождите. Нет, подождите. Я о нем не знала, я его в глаза не видела. Рекомендательный характер носит это все. Для тех, кто, у кого нет выхода для доступа в интернет, ходили сотрудники полиции, проводили беседы, также ездили наружную службу, которые через средства многоговорящей связи говорили на протяжении нескольких недель о том, что необходимо соблюдать масочный режим. Да что такое масочный режим?